Добрый день, я Сэм. Я живу в Бруклине, Нью-Йорк в штате Нью-Йорке. Нью-Йорк находится на северо-востоке США. Нью-Йорк лучше город, лучше, чем Лос-Анджелес. Я живу в Бруклине уже 8 лет. Раньше я живу в Калифорнии. Моя семья живет в Калифорнии. Я учусь в Hunter College, это большой государственный университет в городе, это очень хороший университет. Я работаю в компании по производству головоломок. Я менеджер. Я работаю из дома. Я работаю каждый день на не свободу и воскресенье 40 часов в неделю. Мой муж тоже работает каждый день на не свободу и воскресенье. Он писатель. Я люблю читать современную и классическую русскую литературу. Иногда я люблю читать русскую поэзию. Мои любимые писатели Достоевский, Булгаков, Светлана Алексеевич и Иосиф Бродский. Я также люблю современное и классическое искусство и фильмы. Я не люблю спорт. Я не люблю смотреть или играть. Я люблю плавать или играть в шахматы. Я очень люблю музыку. Я люблю классическую, электронную и рок-музыку. Моя любимая русская рок-группа называется «Плохо». А мой любимый русский композитор Игорь Стравинский. Мой любимый французский композитор Эрик Сати. Моя любимая певица Нина Симоня, она американская. Я слушаю новую музыку каждый день, и мой муж тоже. Я не рисую и не танцую, но каждый день смотрю фильмы. Я изучаю кино в университете. Мой любимый русский режиссер Андрей Тарковский. Каждый день я обедаюсь и иду на работу. Работа – это мой компьютер. Мой муж готовит завтрак и кофе. Хорошо. Я люблю кофе и мой муж. Каждый вторник и четверг я хочу в университет на занятия. Вечером ужинаем, смотрим новости и слушаем музыку. Я делаю домашние задания и ложусь спать очень поздно. Прощай!